Седьмой номер за 13-й год. Шанг Пракшалана. Ну, не только там рассказываю, потому что она подробно описана в ряде моих книг. Значит, здесь какие-то вопросы, связаны с особенностями проведения Пракшаланы. Лунные сутки, народные приметы. Папоротник мужской. Что это за растение? Как его применять? Праздник семьи. Семьи брака. Новый праздник. Жили-были стародавние времена. Феврония и князь Петр. Феврония была целительницей такой, знахаркой, или можно сказать ведуньей в те времена, а Петр был князем. И вот Петр заболел, естественно, они были молодыми людьми, Петр заболел, и никто его не мог вылечить. А вот Феврония сказала ему: слушай, я тебя, Петруша, вылечу, только женишься на мне с таким условием. Он пообещал. А когда она его вылечила, он сказал, одним словом, дал задний ход. Через какое-то время опять болезнь появилась. Вот, опять он вынужден был прийти к Февронии. И на этот раз уже и совесть сыграла, и все. Да и она была женщина или девушка умная, потому что ведуньи не умными не бывают, настоящие ведуньи. Вот, и получился такой хороший брак. У них жили долго, счастливо и умерли в один день. Ну, почитайте про них, очень интересная статья. Так, лето наступает, и у нас появляются разные ягоды. Земляника лесная, клубника. А клубника — это та же земляника, только домашняя. Вот, как использовать, почему использовать. Вот, сезонное питание подразумевает то, что каждое растение в тот или иной период времени, оно впитывает информацию, которую надо передать телу для того, чтобы оно приспособилась к климату. В жарком климате растут одни растения, во влажном другие растения, в прохладном третьи растения. И когда мы вот так вот по сезонам года питаемся, тем самым мы строим свое тело на информационно-энергетическом уровне. Из этих продуктов оно становится единым с вот этой вот природой, в которой находится. Естественно, он не болеет. Звери-то особо-то не болеют. Как только мы начинаем использовать разные продукты, не соображаясь с климатом и с временами года, то это начинает наш организм ослаблять. И, кстати, почему так много сейчас, вот, особенно заболеваний, связанных с простудой и гриппом, это следствие того, что мы в своем питании произвели полнейший рассинхрон между информационно-энергетическим уровнем нашего тела и климатом. Мы уже чужды природы, потому что мы свое тело построили из продуктов, которые здесь не растут, или так они были изменены, что, чтобы говорить, они никак не резонируют, они не могут брать энергию с окружающей среды, они, ну, чужеродны. А раз оно чужеродно, то все чужеродное
уничтожается, начинаем болеть. Вот эту правду жизни надо знать и использовать. Вот в данном случае в июле сделаем, значит, маски из клубники, едим клубники, заготовляем варенье и прочее, прочее. Как уберечься от комаров? Статья. Что делать? Продолжаем разбирать, вернее уже окончание Солярского кодекса здоровья. Вот, например, черный есть перец, и он растворению легко поддается. Соки он может очистить, способствует пищеварению. Белый же перец полезен желудку при кашле и болях. Предотвратит он еще и холодный озноб лихорадки. То есть вот интересная такая рекомендация. Перец черный – это жгучее растение. Значит, соки очистит за счет чего? Просто-напросто все, что имелось в лимфе там и в других соках нашего организма, он пережгет это. Способствует пищеварению, так как пищеварение – это огненный процесс. Естественно, добавляем огонька, и пошло пищеварение лучше. Полезен желудку. Белый перец полезен желудку. Почему он полезен желудку? Да потому что именно в желудке идет основное пищеварение. Пища разделяется на маленькие составные части свои. Поэтому ее надо раздробить. Если желудок слабый, он это плохо делает. А перец за счет вот таких душистых свойств, очень важно понимать, что вот эти вот эфирные вещества, они по своей роде такие душистые, воздушные, они вот так вот, вот движутся. И поэтому они как раз там рыхлят пищу. За счет того, что они ее разрыхлили, она лучше переваривается. При кашлях и болях. При кашлях это у нас, как правило, образуется слизь. Слизь образуется от плохого пищеварения. Всосалась пищевая масса, болтается в крови, по организму. И только через легкие носоглотки она выбрасывается. Поэтому, естественно, у нас возникает кашель. Как только мы усиливаем пищеварение, слизи нету, кашля нету. Значит, еще холодный озноб лихорадки. Холодный озноб. Холодный, понимаете? Для того, чтобы его не было, надо добавить в организм всего теплоты. С помощью чего? Перец лучше всего. Пожалуйста, видите? Познавательно, практически. У нас тут идет функциональная биоритмология. Я о ней немножко рассказывал. Влияние Луны на суточные биоритмы. Вот даже я полностью привел вот такой вот, это моя таблица. Инь период, Янь период, значит, в сутках все это, когда, значит, период желчи, когда, значит, ветра, и все это описано. И в соответствии с этими рекомендациями надо вести и образ жизни. То есть, когда у нас сильно пищеварение, надо есть. А когда у нас сильно, значит, двигательная, ну, как бы сказать, внутренняя активность, надо там совершать там тренировки, работать. Когда у нас сильно слизь, то есть период такой покоя, расслабленности, накопления, значит, тогда надо отдыхать, а не наоборот в это время там бегать. Есть или еще что-то. Это все, естественно, связано с атмосферными процессами на поверхности Земли. Что здесь происходит, то тут и отражается.
и надо подстраиваться. Вернее, уже все в природе было подстроено, и так она работает. Только человек все это дело изменил, извратил, он там сделал вот такой вот свой режим жизни, привязав его не к биоритмам, а к какому-то там производственному процессу. И, наконец-таки, приправы для здоровой кухни. Вот они какие. Вот на этом наша газетка и окончилась.